И вот мы в очередной раз вылетаем из Пулково. Теперь в Хургаду. Развернулись. Ключ на старт. Поехали! Боинг 37-200 на старте. Вот новый аэропорт. Посадочная полоса. Площадка, и мы полетели. Есть отрыв. А вон и Петербург. Ленинский проспект, проспект ветеранов. Обуховская оборона, проспект, кольцевая дорога под нами справа. Финский залив видно, корабли стоят. Красота-то какая. Видишь, залив. Это Ленинский проспект, дачная, Ульянка, ветеранов. А вон наша Приморская. ТЭЦ стоит на том берегу. Выбор там далеко. Это мы летим в сторону Петергофа. Это я же тебе говорю, это самое Ленинский ветеранов. Это Финский залив. Это Васильевский остров. Стрельно вот там вот должен быть. Это Васильевский остров, там пароходы стоят. Мы сейчас прямо на Петергоф идем. А что это за мыс такой белый? Это как Васильевский, на Васильевский остров намыли там землю. А, ну это намывной. Намывной там, да. Вот Константиновский дворец. Это Константиновский дворец, да, это Стрельно. Вот она, Стрельно, президентский дворец. Где-то впереди Петергоф. Вон слева уже виднеется Петерговская пристань. Вон большой дворец. Видишь, там Петерговский дворец. Вон большой. Вон пристань летит, пристань на корабле там. А вот и Петергоф вижу. Все.